Студенты программы «Оптика» должны пройти обязательную 20-дневную летнюю стажировку для получения диплома по данной программе. Они проходят летнюю стажировку в частных оптических учреждениях и технологических оптических учреждениях. Выпускники «Оптики», в отличие от других техников здравоохранения, могут работать в других областях оптической промышленности, например, на заводах по производству стеклянных полуфабрикатов, производстве оправ, маркетинге стеклопроизводства, а главное, в офтальмологических клиниках частного сектора в качестве помощников-офтальмологов. Основное направление деятельности выпускников программы – работа в оптических компаниях в качестве ответственных менеджеров или оптиков. Это и является их профессией, рамки и сфера деятельности которой предопределены законом. Оптика – это профессия, включающая в себя престиж и дальновидность, поскольку эта профессия выполняется только людьми, имеющими звание технологического оптика. Ее представители должны иметь степень младшего специалиста в области оптики. По этой причине выпускники программы служат обеспечению общественного здравоохранения, и получивших степень младшего специалиста по оптике можно назвать обладателями престижной работы техников здравоохранения. Университет медицинских наук – один из крупнейших медицинских университетов в мире. Это университет, который одновременно предоставляет медицинские услуги и образование как в стране, так и за рубежом. Вдобавок, этот университет, действующий совместно с Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Поэтому я рекомендую студентам выбрать наш университет. Желаю успехов абитуриентам на вступительных экзаменах. После экзамена я рекомендую им сделать свой выбор в соответствии с будущей профессией. Хочу подчеркнуть, что они могут получить образование как по оптике, так и по всем другим направлениям нашего университета, и что двери нашего университета всегда открыты для них. Мы приглашаем всех абитуриентов на учебу в Университете медицинских наук и желаем видеть их среди нас. Желаю всем успехов на экзамене.